Всем доброе утро, друзья. Оде. Видели? Чарли боится. На работу иду, друзья. Что за работа у меня будет с такой погодой, я не знаю. Ну почему сегодня, почему не завтра? А, не бойся, Чарли, ничего страшного. Чего я рыба боится? Ничего страшного, это дождь был. Охрененный дождь. Да. Ну я рядом с работой, сейчас как-то добегу. Вот зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто из воды. Но завтра уже солнце. Смотрите, что у нас творится на улице. Пипец, мой салат. Вообще, блин. Град прошел, но дождь все так же идет. С громом, вообще ужас. Хорошо, что град не был такой, знаете, как яйца. У меня тут люди, мне так хочется заснять. Кстати, нормально так поработала. Сейчас еще придут двое, поэтому работаем. Да, погода, конечно, шепчет. Тут такие ручьи были, такие реки. А я все переживала за свой салат. Мы сидим такие, клиентка одна. О, манго! А у них манго есть на огород. Манговые сады. Они на продажу выращивают. Другая сидит, картошка! А я такая, салаты. Ой, не могу, да, тикетина. И все сидят и играются с Чарли. Умиляются, как он им игрушки приносит. Я не могу, смешные такие. Дождь вроде закончился, но так капает небольшой. Я уже иду домой. Вернее, не домой. Ну да, домой. В банк надо заехать. И все. Сегодня тоже поработала, кстати, очень даже неплохо. И допоздна. Я сейчас приеду, быстренько переоденусь, идем на день рождения. Вообще, блин, похолодало так. Утром ехала, было 12 градусов, сейчас 9. Прям дубак такой чувствуется. Руки все замерзли. Сейчас этот печку включу. О, смотрите, тут вообще утонуть можно. Я такие дороги боюсь из-за того, что там могут быть ямы. Но я знаю, что эту дорогу сделали совсем недавно, и ям там нету. Смотрите, смотрите, тут всегда вот такой потоп. Офигеть. Друзья, чем я тут занимаюсь? У нас субботу, то бишь сегодня, потому что я это видео хочу... в субботу выпустить, ну, чтобы никто не видел, был сюрприз. У Оли день рождения, у моей подруги, я хочу ей подарить торт. Но торт не обычный, а с сюрпризом. Самым настоящим сюрпризом. То есть, хочу Наполеон сделать. Уже тут испекла коржи, там у меня еще два. В середине будет вот такая дырка, куда я положу от яйца. Помните, яйцо купила, киндер-сюрприз? В этот киндер-сюрприз я положу денежку. Вот. И этот киндер-сюрприз положу вот сюда. То есть, когда она его будет резать. Почему полумесяц? Потому что я не посмотрела, и это получился круг. А круг у меня не влазит в духовку. Ну и большой он некрасивый будет. В общем, полумесяц будет. Оригинально. Я вообще девушка оригинальная. В общем... вот, в серединку положится яйцо, намажется кремом. Сейчас крем сделаю по книжке заварной в роботе. Я не люблю париться с недавних пор. Зачем, как говорится, что-то изобретать, когда уже все изобретено? Правильно? Правильно. И мне этот крем заварной больше понравился, потому что он, мне кажется, легче. Единственное, что я туда масло положу, собственно. Ну что ты опять ко мне лезешь? Ну что ты хочешь от меня? Да, вот так вот. Такой вот сюрприз будет. И вот я занимаюсь, выпекаю
коржи. Чарли, отстань. И сейчас хочу сделать, потому что в пятницу все это я делала в четверг. Вообще, когда влоги снимаешь каждый день, а потом видео для субботы, как-то странно себя чувствую. В общем, да. В четверг я все это делала. Завтра все соберу, чтобы он пропитался целую ночь. Вот, кстати, нашла крем. Сейчас я его забацаю. Ну, робот. Я. Крем готов. В общем, коржи готовы. Сейчас остынет, потом сюда просто масло, с маслом забью, чтобы вкуснее было. Так, что-то жидковатый, но он должен застыть. В общем, друзья, у меня у подруги завтра день рождения. Я тут придумала ей сделать Наполеон с сюрпризом. Я в моих планах. Это все очень смешно. Почему? Потому что, типа, я ей подарю всего лишь торт. Все там подарки будут дарить, да, там денежные, в денежном эквиваленте. А я такая, торт. Я такие, не понял, только торт? Я скажу, да. А потом, когда она его будет резать, там она найдет сюрприз. Помните, киндер-сюрприз покупала? Так вот, я туда положила денежку. И хочу вот так вот ее туда положить. В этом яйце. И, в общем, Наполеон сделать. Блин, но я не прогадала. У меня нет формы. Представляете, куда мне этот Наполеон забахать? Вообще куда-то. У меня была форма. Во-первых, торт купила. Торжи купила круглые. Это вообще... Во-вторых, у меня формы нет. В общем, как какой-то пупец. Ну и что? Зато крем очень вкусный. Вообще прям вкусняцкий. Он как лимонный получился. Очень вкусный. И я, кстати, рецепт вам забацаю. Правда, он для этого, но ничего, сама придумаю. В общем, да, сейчас буду торт лепить. Я его солепила из того, как-то вот это надо запихать туда. Как это буду все делать, не знаю. Сейчас надо попробовать что-нибудь. В общем, я придумала вот эти углы отрезать. Они все равно пойдут на крошку. Такой торт будет формы, которой никогда ни у кого не было. Необычный такой. Зато поместился. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Блин, я чуть дырку не замуровала уже за такие, за коржом этим полезла. Был бы прикол, да, столько мучений, столько стараний, и замуровала бы дырку. Вообще, ку-ку. В общем, да. Вот так все получилось. Сейчас замурую туда. Я думаю, может быть, его чем-то еще заделать. Пленкой, наверное, чтобы это наверняка было. Вот так еще в пленку замотала. И вот так. Так. Как вам идея? Пишите в комментариях. Нравится? Мне в восторге. А потом, когда еще она открывать его будет, то я просто вообще... Крошкой завтра обмакаю, скажем так. Вообще, это мой первый Наполеон в моей жизни. Мне кажется, все-таки крем жидковатый. Нужно его доработать. Вот, кружкой завтра. Это я заметила. Почему завтра? Чтобы вот этот крем весь собрать и обратно его туда на пресс-сапа. Ну, в принципе, наверное, ну, завтра он красивее будет. 100%. Но главное не красота, а главное вкус и сюрприз. Так что посмотрим, как она отреагирует. Руки чешутся сожрать его. Лодка счастья назовем. Или парусник. В общем, я не основной такой мосток по украшению. Ну, вроде неплохо получилось. Главное, что вкусно. И с сюрпризом. Вот. Едем на день рождения к подруге в ресторан. А в ресторане. Вот. Короче, сюрприз, мне кажется, удастся. Куда он денется, правильно? Так что иду переодеваться. У нас дождь закончился, но на вечер передавали еще. Иду переодеваться, наряжаться, идем в светский мир гулять. Мы вот в такой бар-кафе, Коева называется, это пещера. Здесь вот все в такой тематике. Мы идем вот так наверх. Здесь, ну, прям настоящая пещера. Пахнет по-деревенски. Ой, здесь никого нет. Прохладно.
Мы тут одни будем? Вот так красиво. Внизу там народ. Вот это, наверное, да, стол. Ну, свет, наверное, включит нам, да? Ну, скорее всего. Ну, вот не знаю, не знаю. Хорошо, это мы тут не увидим ничего. Вот такая вот пещера. Ты человек, сориентируйся. Ой, она, у нас живая музыка, Оль? Ну, да, Оксана, ты будешь петь. Я спою. В 6 часов будет живая музыка, да. Ну, мы будем сидеть. Нет, поедем. Нет, мы не будем сидеть. Тем более, что меня уже предупредили, говорит, мой, если вы будете до 6, то, говорит, ну да, здесь. Не будем сидеть. Что-то будет другое. Мы сами будем петь. Кто что? Смотрите, вообще так это? Салатик тут принесли, там вот сейчас вино так будем мешать. Ну так один-то до веран так и делает. У меня вот фаржа. Кстати, там суп какой-то, суп из морепродуктов, здесь томатный суп. Вот смотри, вот там красиво еще. Я вот такой был томатный суп. А что тут у тебя налеплено на камере? Оля, а тебе я подарок дома подарю. А что это? Оксана. Зажала? Я так и знала, что он так скажет. Интересно, девки, бля. А нам рыбку жареную принесли. Бери. Так что все. Там мясо. Ладно, короче, конвертик мы тебе подарили. Тут Таня дарит подарки. Тут еще один подарочек, чтобы ручки... Это ей, пили. Это все ей, и это опять... Смотрите, какая короче, Таня красота сделала. Короче, объясняю, там есть кораллы, оникс. Ох ты, красота. Остальное все кристаллины. Ну, вообще. Чтобы рыбки были в тишине. Шикардо, Таня сама сделала. Классно. Какой мех, Тань? Натуральный. Зайчик. Это был зайчик. Мех, как у тебя. Смотрите, я была вот где-то, где там это зайчик гималайский. Еще нет, какой-то подарок. Да? Ой, смотри по цвету, как да, это. Не говори, все в комплекте. Ой. Ну, красота. Зимой собственно, не пошла. Вернее, зимой говорю, на сумки, это Ольгина сумка. Мы Тане туда положили, смотрите. Я тебе еще сами. Мы прикалывались над ней. Хлебушек, все как положено. А нет, мне зачем столько? Я, короче, я всего туда доложила. И пицца. Куда? Куда ж ты вытаскиваешь? Сложи. Положила назад. Нет, чтоб мяса. Нет, а не было мяса. Не было мяса. Мы, короче, пока Танька в туалет ходила, мы туда все сложили, что на столе было. Пускай будет. Девочки, давайте здесь пофоткаемся. Давайте, давайте. Здесь так красиво. Кстати, сколько у тебя вышло? 190? Да, что-то как. 190 евро, но у нас много. 17 человек. Так, еда была везде, вот такая, да. Вкусно еда была. Еда очень вкусная, да, правда, реально вкусная. Домашняя. А сейчас мы едем к Оле тусоваться. Даже очень большой выбор. Ну тебе понравилось? Я тебе... Обалдеть! Я тебе, Лани! Покажи людям, людям покажи! Покажи! Таня, я тебе прошу! Там и сахар, и хлеб, и майонез. Не стыдно. Жена моя. На, я тебе дарю на день рождения. Ой, смотрите, Таня, какая сделала на день рождения. Дай поближе так. Дайте, смотрите, Таня сама делает. Между прочим, я Таня очень любит котов. Я у тебя такого заказывала. И вот ей Танька мне сделала котов. А я у тебя зонтик заказывала. Слушай, у меня Чарли есть собака. В чем дело? Это мой клёпа, Тань, правда? Мы тут, смотрите, каким автобусом не едем. Видел, что ты, не вот видите, подружка? Видите, какая Таня хорошая машина? Ну, я нет, сама. Я мы не про машину говорим, вот, а про мою красивую не про машину. Да. Про мою красную куртку. Сидит в моей машине, еще не про мою машину говорит. Вот так вот, представляете? Один едет. Раз в жизни меня хочет довести, и мне уже она говорит не это говорит. В лицо. Мне за счастье. Пипец. Может быть. Схватила мой торт. Сейчас я вон откушу подарок. Иви, молчу, сказала. Да, ну, ничего, попробуй, ничего не попробуем. Да, Танька не надо, она все жрет и жрет. Танька все сожрала. Ты куда уже пальцем влезла? Жена младшая моя. Таня, тебе умничку дать. Я сейчас тебе сливочек. Аккуратнее твою. Покажи, какой торт у нас красивый. Да я его уже во всех ракурсах, я его даже сняла, как делала. Ой, вот. Сейчас, пока мы доедем, его не будет во всех не ракурсах. Не будет, точно не будет. Да, Манола, сворачивай на карту. На карту. Сказал, тихо, курицей. Тихо, представляете? Петух приказал молчать. Представляете, чему учат, а? Вообще, русский язык, а вы говорите, учить мужей. Нафиг надо, вон, курицами обозвали и...
Приедешь тут. Потом жабы обзовут. Нет, он этого слова не знает. А ты выучи мадолу. Жаба. Мадолу. Жаба. Ой, мы, короче, едем к Оле на дачу. Дальше праздновать. У нее там селедка под шубой она сделала. Два торта. Ой, мамочки. Так, мой торт. Ты там аккуратнее, в нем же дырка. Где? В манди. А, в манди. Ну ты, блин, это культурно надо. Да ладно, русский народ, поймут. Поймут. Нам надо как-то вспоминать свой язык. Чтоб не забыть. Чтоб не забыть. Чтоб не забыть, в общем, да. Собакин сидит, охраняет. Да, собака сидит какая. В общем, как в автобусе. Зато весело. Надо было еще бутылку взять. Сейчас примашки долбанули. В смысле? А там же есть Оля. Ну, сейчас пока объехали. А, по дороге-то тут ехать 5 минут. Неважно. Сам факт, что у нас строй. Как в России едешь на природу, да, Свет? Боюсь. Пока ты езжаешь, уже все осушают. Что-то я смотрю, у ребятишек там больше места, чем у нас. Вот надо было туда присесть. А я уже место было занято. Вот. Большой семье не щелкнул, понимаешь? У меня дети знают. Вот потом сиди дома, монтируй и вырезай все это. А не надо монтировать, натуралист показывай, себя когда это есть. А потом скажешь, ты что меня там в таком ракурсе? А я в красивом ракурсе, я сегодня красотка. Ну-ка. Ты рули, рули, не трогай мне. Так ты ж трогаешь-то. Я ничего не трогаю, это он меня трогает. Уже пристает. Кошмары, это мы еще ничего не это. Курицы. Курицы. Смотрите, у Ольги бассейн на полный. Куда тут открывается-то? Налился. Сейчас купаться пойдем. Жасмин цветет. Выглянуло солнышко. Прикиньте, сколько дождя. У нее бассейн очень-очень-очень глубокий. И вот целый налился. Прикол. Там море. Купаться, а что? И тоже, да? Да. Пока раскладушки расставляй, загорать будем. Вон Танька уже... Танька, что ты, а смотри... Ступеньку скидывать, глянь. В сумке за кусон несет. Не говори. Сейчас мы здесь пикник устроим. Знаешь, я ей там наложил всего до всего. Не говори. Что мы котов будем кормить? Мы сами сейчас нырнем, блин. Смотрите, сколько дождя было, да? У меня из берегов бассейн вышел. На! Сюда кухню не... Правда? Глубокий, да? У нас же глубокий вообще. Оля нам тут достает горючее. Кто что хочет. Ох, блин, даже с этим... гляньте, Ольки тут барная стойка. Ух ты, и вискарь, Red Label, мартини. Это не знаю, что. Ой, и ром Паледа, кстати, это наш... Вот, смотрите, и в нашем городе выпускается очень хорошее вино. Вот такое я буду. Или я что буду? Я говорил, что я мартини буду. А сок ананасовый? Вино вот еще. Слушай, а вы что, бутылку забрали оттуда, что ли? Нет, она даст... Слушай, такое вино нам давали. Барит. Вино это говорит, настоечка. Анька говорит, вы там забрали? Бифитер. В общем, о, я заказывала. Тут можно было заказывать, в общем, да, как да, это. Все цивильно. А сам, где самообслуживание? Шведский стол. Так, что мы все вырубили. Лед есть, но он толстый. А зачем он нам? Ну, толстый, не худой. В общем, вот так. Там разжигают, в общем, шикардос. Будем отмечать день рождения Ольги. Дети, газ, вода, сам, кого что надо. Ладно. Кто, что? У нее еще Новый год, смотрите, какая красота. Ей, наверное, жалко убирать все. Ух ты, какой интересный. В общем, такая вот обстановка у нас. Сладкий стол, тут рядом и зефир, и Рафаэла, и это. И тортик мой. Сюрпризом. Ой, что, не дождусь, ну, попозже, да? В общем, да. Ведро клубники. Музон у нас тут русский играет. Все как надо. А я уже не знаю, где. Вот это, наверное, мой, да? Кто его знает, да? Потом разберемся. Бациллы к бациллам не пристают. Лапкой. Я что, видео делаю? Считайте, вот так. Cumpleaños feliz.
Макс. Мне там 47. Ну, давай разрезать. Мы 4 из 2. Хочу там еще квадратура идти. Неважно, этот разрезать. Чтобы вывести его. Он уже подарит. Какая-то форма. А как же, это лодка. Любви. О, красота какая. Ляпа. Ну давай уже, нам по кусочку. Что же делать? Конечно. Ух ты. У нас Ксюха, она такая. Она еще у нас, знаешь, как у девушка золотая ручка. Да, как же. Она еще, знаешь, как делает. Как он называется? Так, Оксана, извините. Да давай режь, как и режется. Да ладно, крумничку разрежь, что ты? Да вот сейчас уже стоит, выжидает сколько времени. А что это такое? Яички. Сюрприз, блин! Ой, господи! Давай! Доставай! Лежи, ты что, мы тут думаешь, стоим-то? Ой, как резко! А может быть, что такое? Это... Нет, он видит все, он был... Пленка! Я так и знала, что пленка. Стой! На тарелку. Убери пленку. И смотрим своего сюрприза. Киндер сюрприз. Киндер сюрприз же. По-английски не понимаете по-русски. Сюрпризы вы мои. Конечно. А там во! Во! Ура! Ну, ура, это не обязательно делать. Ну а что? А ну, нет, покажи, что внутри. Господи, вот что значит, это дети выросли и не знают, как яички. Ну там ничего особенного нету. Нажми, нажми. Я точно положила туда, да или нет? Это как точно. Долго мы ждали. Да, день рождения только раз в году. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и прежде меня молодого саморазма свела. Я сказала, что умру, я принес тебе труну. Я пришел, а ты жива, подманула, подвела. Вот так и проводим. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела. Ну все, мы уже все разошлись, иду домой, как колобок. С ноги на ноги переминаюсь, объелась, как не знаю кто. Все, блин, надо на диету срочно. У нас дождик был. Но сейчас вроде бы нету. Пройду, прогуляюсь до дома. В общем, друзья, пошла я умываться, монтировать. Время уже 11 часов. В общем, да, устала, хочется спать, но надо монтировать видосик. Всего самого лучшего и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!